эссенции. Когда-то при начале дней я был беспечен и весел. По лужам я гонял гусей, хвосты выкручивал коров. Любил на велике гонять по гарнизоновской бетонке и воду языком лизать и соски уличной колонки. Такой сладкой была жизнь, что я в блаженстве и не ведал, зачем об этом говорить, зачем стихи писать об этом, зачем стихи писать об этом. То было царствие из роз, что выдавалось всем авансом. Им я питался, им я рос, покуда был слепым засранцем, покуда был слепым засранцем. Потом прозрел я, став чужим, и видел я подвох повсюду. Тогда я много говорил, но в тех словах была остуда. Болезнь прокралась изнутри. Ба-ба-ба-ба. Я был печальным, хоть фартовым. Ба-ба-ба. И в море вышли корабли за неожиданным уловом. То было царствие из ос, и в зной переходило утро. Там я окрепнул и подрос, и начал свой искать там путь я, и начал свой искать там путь я. Искал я счастье много лет, и, кажется, искал напрасно, пока один большой поэт не внес в меня большую ясность. Он объяснил мне, что почем, и рассказал, что есть создатель. Поэт был послан вещим сном, он был мне в жизни указатель. Создатель вышел ко мне сам, па-па-па-ра-пам, разворошив мою обитель, па-ра-па, суд произведший по делам, и мне сказал, что есть спаситель, и за руку к нему подвел нуждающегося в спасении. То было царство Божьих слов, и царство всех благодарений, и царство всех благодарений. Много-много дней, и было мне легко и чудно, но я хотел уже скорей опять туда, где было трудно. И оказался я на дне, пара-ри-да-па, и преисполнился страданий, пара-да. Это было царство змей и царство древних заклинаний. И вышел я опять вдохнуть животворящего озона. Таким был мой тернистый путь, такими выдались резоны.